Привет. Ну, вот, собственно говоря, грелочка. В общем, известная грелка. Да. Но она мне нравится чем? Собственно, тем, что она звучит и не красит, то есть, ну, не красит звук собой. Да, сейчас это можно будет увидеть. Да, то есть она его просто надувает, не внося ничего как бы постороннего в звук. Ну вот, значит, сейчас у меня включены синглы. Вот, собственно, настройки примочки, видите, да? В общем, ну что, включаем. Собственно говоря, звук не поменял своей окраски, просто поднадулся чуть-чуть, просто надулся. Вот, пожалуйста, вот, собственно говоря, сейчас, вот, допустим, прибавим output на полную, да? Вот, собственно говоря, тоже разницы никакой. Просто звук немножко поднадулся, опять же, да. Вот, скажем, прибавим гейн. Ну, гейн, понятно, он увеличился. Вот, собственно, как звучит при да, ну этот треск уже у меня здесь. Как звучит при, в общем, при максимальном гейне. Вот, собственно говоря, со звуком тоже особо ничего не произошло, просто, опять же, поднадулся. Вернем назад. Гейн. И выход. Ну, вот так вот. Это был сингл. Сейчас хамбакер. Тоже. Зернистый такой овердрайв, то есть он, ну, не заслоняет собой полностью звук, да, то есть он как бы надувает звук, да, и как бы, высвобождает звук вашего усилителя, вот и все. То есть он не вносит никаких искажений в звук, как бы, ну вот, то есть не превращает звук вашего усилителя в звук себя. Как бы, да? То есть вот, скажем.
так, да? Еще раз вернем в сингл. Нековый сингл. Ну, вот сейчас поставим средний сингл. Что же, да, он как бы не превращает ничего в звук себе, да? Как бы. Да. Вот, скажем, хамбакер, да, то есть. Слышно, что как бы, да, когда начинаешь, так сказать, более активно играть, да, вот, собственно, он тоже не превращается в, как бы, вот в звук себя, то есть звук чистый, вот, как бы, слышно, что он, как бы, соответствует вот усилитель, вот. Да, то есть как бы просто, я говорю, овердрайв, он как бы вот высвобождает звук усилителя, что, ну, как, собственно говоря, что и должен делать. Ну, по сути, работает как грелка, да. Ну, вот единственное, конечно, что в нем неудобно. Ну и, собственно говоря, во всей этой серии неудобно. Это то, что, чтобы поменять батарейку, нужно открутить 4 винта, да, то есть как бы. Но это во всей серии неудобно. То есть там и там Custom Bodes Overdrive, вот MXR, да, тоже. И Custom Distortion 78-й тоже от MXR, собственно. Ну, вот всей вот этой линейки MXR-ов, да, то есть. Ну, вот я говорю, да, то есть самое главное, да, то, что вот, несмотря на то, что педаль именная, да, как бы, да, то есть это Zakk Wylde, как бы. А звучит все равно вот как бы здорово, да, то есть вот, просто высвобождая как бы звук усилителя, да, вот она его просто надувает. Вот и все. Как бы. Ну вот. Как бы педаль хорошая, да. Ну вот за исключением только вот как бы минус, это вот эти 4 болта, да, чтобы как бы вот использовать и, ну, вот, использовать ее с батарейкой. Но я с батарейкой не использую, кстати говоря, да, я использую вот от блока питания ее. Ну вот так вот, то есть вещь хорошая, даже несмотря на то, что именная, собственно говоря. Вот так вот.